совет чиц, которые на чужом опыте себе как бы получают опыт. Ну, тяжело, например, самому все сразу сделать. А это бах, тарабах. А что, батя, соскок покажешь топориком с двойным сальто? Так, топориков не надо. Топориков не надо, молоточков надо, да, топориков. Давай. Раз, два, топориков три, четыре, пять, его теперь топорик. Шесть, топорик семь, соскочил, восемь, да? Девять. Ну, это бывает. Давай подпрыгивай. Да, ну хорошо все, но раз, не бывает. Два, так, не хочется травм. Три. Все правильно, это знаешь, это еще это. Бывает элементарное отсутствие самоуверенности и отсутствие техники безопасности. Хотя по технике безопасности мат и все там порядок. Но самоуверенность и может привести. Да? Так, а? И рост. Ну, рост, давай. Соответственно, рост, вес, конечно, нет, там, где кстати, мои. Там просто еще перевесили. Я вот что не обратил внимания. Ну, она и, конечно. Потому что, видать, опять второй раз кто-то пробил там потолок ногами. А, нет, потом ее больше не опускали после того раза. Она, да, она ниже, соответственно, с 1,80 там. Это сколько? Ты так на мат упал? На маты. На маты. Да, там не один мат. Я всегда застилаю множество. Это Денис. Если было бы сильно мягко. Не, он просто, он как будто бы, знаешь, как бы вот так вот подпрыгнул на колени. Ну, соответственно, с турника, но это тяжело. Слышно было, что тяжеловато. Что там все приключили, да? Это, я могу сказать, вот, которая посмотрела фотографию автомобиля, ну, я не увидел чего-то там супер плохого. Она ездит за эти 120 тысяч машин? Да, короче, там, ну, не 120, а 160, это первое. Плюс еще, оказывается, там уже может быть даже и не 160, а больше. О, там сейчас начинается такая ватнина, блин. Все очень. Один на одно говорит. Нет, если бы 120, и она хорошо ездила, еще можно было бы вроде. Ты туда помещался? Просто неизвестно, что там. Ну, я там... Или вот так? Ну, не чувствовал бы себя так свободно. Как в газельке. Как в газельке. Ясно. Это, а по, скажи, второй по громкой плетке, что за такое? За пятнашку хотят отдать. Это чья? Ну, чья? Товарища моего. Проверенная? Проверенная. Ну, тогда надо срочно тебе вот это все делать, то, что говорили. Ну, я с ним общался сегодня, ему надо вообще помочь в реставрации. У него есть какое-то хорошее там громко стреляющая плетка, громко хлыстающая. Вот, но она большая. Каким-то там мастером сделана была, там, все тупо затянуто, там, как положено. И у нее вот этот вот механизм. Он хочет, ему нужен кузнец, кто сможет подковать, и токарь, кто сможет обточить. И, в принципе, он с этим ко мне и обратился. Я говорю, знаешь, что ты занимаешься этим, что там, давай что-то придумаем. И мы как бы на эту тему разговаривали, я его поспрашивал, где, что он вообще. Он говорит, в Саратове вступил в охотничий союз. Мне кажется, проковать это зря. Там нужен токер, сначала надо придать форму из заготовки, потом токер уже по этой форме будет обтачивать. А сразу она не точится из железочки? Не знаю. Токарь ему сказал, что нет. Да? Там надо именно на горячую согнуть ее правильно, под правильными двумя углами. Вот. И он может быть завтра или послезавтра подъедет там и привезет. Я помню штуку и где-то он уже остался на 5 тысяч примерно 40 улиц на пенсии. И он мне как-то топливо, да. Ну, не трогали, но он не делал. Ну, наверное, кузнец.
Кажется, они пользовались, да, чтобы согнуть, потому что там по-любому какой-то цепь. Да. А так это в основном токарная, видишь, что там все. И это, в общем, вот так вот разговорились, он говорит, да это одно из имеющихся. Я говорю, нифига ты, говорю, там у тебя что, хранишь, кормишь, готовишь. Да нет, говорит, просто так, ну, нравится. Вступил там в один союз, в другой, там, в федерации, там, в стрелковый, там, все какое-то. Ты погранцов, прости, увидел? Кстательный. Короче, я к ним даже не стал подходить. Во-первых, этот даже меня не узнал. Они уже были. Я остановился напротив столба. Зато, понимаешь, толпа, которая слева сидела, они даже внимания никто не обратил. Сидел Леха, обнимал женщину. Он на меня так, знаешь, посмотрел. А я, ну, смотрю, думаю, сейчас. Я не стал ничего, не кивать, ничего. Я стою на него, смотрю. Он такой, знаешь, такой посмотрел. Ну, он не понимал. Отвернулся и опять обниматься полез. Он, наверное, не соображал. А напротив, возле плаката, там вырисовывал маршруты в своем потоке Виктор Юрьевич. Несколько шагов к нему сделал, к плакату подошел. Он так, знаешь, посмотрел на меня, такой, с ног до головы. Ну, я так не стал ему ничего в лицо смотреть, еще так краем глаза. Обратил, знаешь, он даже, ну, по телефону еще разговаривал там с кем-то, нужно. И все. Я говорю, так, понятно. Да, ну, потому что когда подошли, они такие, и это было вчера, да? Это было позавчера. Да. Вчера был день пограничный. Вчера день пограничный, ну да. Ну это ладно, не суть. В общем, этот парняк к тебе приедет, чтобы все посмотреть, он занимается уже. Клубе находится, да? Да, он мне объяснил уже, что куда. Ну, мне, короче, сказал, тебе все бумагу, что надо туда ехать, все оформлять, учиться, где я все знаю. Все сделаем. Ну, это, в общем, можно сказать, это прокладывал, кто был раньше. Он сам старший. Это старший. Сам покрапчанин? Да. Ну, вообще хорошо. Это старший. Один, один из этих вот товарищей, вот они два друга между собой, это Макс, который. Помнишь, боевой там диверсионный. Да. Морской плавец. Плавец попасный. Да. Вот это он. Это он этот задерживал захват, когда на катере расстреляли тихуганы. Затонили, да. Он на задержание там вызвал товарищи его застрелили. Потом на задержание гонял. Потом он пошел по карьерной лестнице. Вроде бы сейчас опять здесь, говорят, перебрался. Вот как раз с Иваном. Все, Макс там со мной, там, парни передаются. Давай, говорит, подъезд, посмотрим, что можно делать. Вот. И третий, это Антон, который земельных всяких. Да, все вспомнил, рассказывал. Участвует. Но теперь он не в государственных земельных движнях, а он участник сам на себя. Своя Интересно. Девки пляж. Я его сразу. Я ему как бы сказал, говорю, ну ты там тормози уже. Не надо пока никому не выставляй ничего, нет. Решим. Потому что он хотел ее там, ну он мне цену сначала другую назвал. Хорошо, да, вот лучше договаривались. Что вот за парк, когда с ним поехал? Он там, знаешь, разговор такой был, в одни ворота. Он был вообще потерян. Чем, что потерял? Он сбежал.
сбежал, не нужно, вижу. Я у него просто спросил, я говорю, ну и что, как? Что, мысли такие, вот, оставишь, что, планы, или как дальше? Что? Как итог? Такие предложения, там, может, какие-то еще. Может, чем-то не согласен, как я счастливый, скажу. Ну нет, прям молча вообще воспринимался. Прям вот, он не отвечал ни на один, ни на второй вопрос. Я ему в итоге сказал, что просто такой. Не знаю вообще всей ситуации, не зная тебя, не зная его. То, что могло показаться со стороны, с другой стороны, просто как сейчас видишь, как терпиво, идет как терпиво, понимаешь? Это не очень приятно, кстати. На самом деле не хочется, чтобы часть нашей и без того малой компании вот так как-то распадала, чего-то добить. Внимание были внутри нас, внутри коллектива. Поэтому, ну, пожалуйста, продумай, давай что-нибудь продумай. Вариант, исход такой, зачем? Фига тебе это все надо. Ты сейчас жертвуешь такие вещи, да? Но это на самом деле. Как это выглядит? Я говорю, это выглядит таким. Тебя просто получают. Не зря же тебе просто в зале даже сказали, что может быть такой и такой распад. Потому что так и есть. Ты вот так вот это все преподносишь. Я подумал, что на жертву. Ну, все, молча. Да. Ну и в итоге, короче, он сказал, что, блин, Денчик, я, говорит, подумаю, хорошо. Хорошо, я, говорит, подумаю. В том плане, что я ему сказал, давай, говорит, ты придумай что-нибудь такое, такую тему интересную, чтобы и тебе остаться в коллективе. Я говорю, вырулить со всей этой ситуации, никто с тебя не поможет. Спрашивать, забирать, тем более у тебя забирать никто ничего нет, никакого желания, никто не будет у тебя из нас никто ничего забирать. Да, базара нет, у тебя там есть какие-то обязательства, давай мы просто порешаем сейчас на этом вопросе. Ну, просто такую тему интересную, которая тебе и окружающим выгодно будет. Да, хорошо, все, я понял, подумаем, давайте придумаем. Хорошо. Я, правда, не могу просто понять, как это будет ездить, там, как это взаимодействие, не могу. Я говорю, бля, ну сядь, говорю, со своими сходками, для этого. Такое-то время кому-то, такое-то время кому-то, такое-то время там благотворительно, спокойно, еще что-то. И будет понимание у тебя. Я говорю, хочешь? Ну да. Я ему просто, ну не хочешь, я ему хотел, чтобы ты тебе принесу, блядь. У меня, говорю, как это было, я не знаю. Ну я просто сидел, я раз в 10 переписывал свой этот распорядок дня. Да, ежедневно. У меня там было написано так, сегодня делаю это, потом то-то. Как итог, у меня эти все переписи, да, независимо, сформулируют все равно какое-то такое уже более-менее ясное для понимания. Я говорю, я знаю точно, что у меня пятница, теперь денег таких благих дел, которые я стараюсь не делать, что-то не переживая за средства там, или за то, что кто-то что-то там заплатить должен или не заплатить, нет. Просто вот вывело так, что в пятницу все. Тем более, говорю, как бы это перед выходными, говорю, это для души спокойнее. Он видит, что он не знает, что такое для души. Ну он, ну да. Да. Он это. Его же слова, когда садились в машину, я же не зря ему. Не то чтобы часто, но напоминаю про всякие такие знаковые места. Говорю, что, Петрух, место помнишь? Да? Ага. Когда, конечно, знаешь, сколько лет он к себе это носит всякое. Да, я хотел, чтобы так сделать, да. Надо как-нибудь еще его спросили, а что ты хотел, а что увидел-то, ты получил то, что ты хотел, или ты увидел то, чего ты боишься еще теперь больше? То есть, я думаю, даже он в курсе был. Он что? Даже не со стыдом это произнес, как тот самый прикол. Нет, но он знает, что я знаю об этом. Так еще больше, я знаю, что он был в сговоре. Я и знаю об этом. И Щепетов знал, потому что сразу Суворову забрали, и она это знала, я все прекрасно знал. Поэтому то, когда просто думаешь, что меня куда-то заманивает какую-то, это я даю возможность. И поэтому я его спрашиваю. Ну, хочется не то, чтобы, знаешь, как вот третировать и там, давай говори. Нет, а чтобы самая красота это вот вывести, так раскатать, чтобы сам признался. Вообще самое лучшее. И легче тому совесть, она расскажет, да, он получил. Потому что когда под пытками, это тот другой, он, я выстрадал. Высерил. Выбили просто, а не выстрадал. Выстрадал, если бы по совести признался бы, сказал, так и так, вот все, я это делаю, вот совестно и стыдно, и ничего надо исправлять. Вот это выстрадал. А все остальное это шляпа. И он прекрасно понимает. И
как в натуре ты, Захар, Захар. Как он на диванчик сел, когда я сказал. Ну, Петр, видишь, сказал ты, да, что ты вдруг тебя обидит. Ну, значит, ты такой раз ножки поджал вообще. Ну, как еще, да, вот это? Ну, вот, братан, ну, вот такой. А способ есть хороший, реально убедительный. Не, если... Ну, это, конечно, тоже это все весело. Нет, с позиции веселой можно было бы по-разному все обыграть. Хотя бы просто можно было бы и мне... Я даже ему, знаешь, что скажу, если бы он хотя бы вот каким-то образом пытался там что-то, ну, оспорить там, или хотя бы что-то там, ну, дискутировать там, попробовать доказать свою там правоту там, или как-то вот ситуацию всю развернуть по-другому, там, немного в свою, что ли, пользу, там. Тогда можно было бы, да, и сказать, ну, блин, не хочешь драться, братан, я давай с тебя подерусь. Раз непонятная движня такая, неясно, кто прав, кто виноват. Но здесь, блин, когда ты сидишь просто, да, опустивши голову, вот это все, ну, просто тебе проговаривают, и ты понимаешь, да, как оно это так, даже смысла нет никакого, что-то с тебя пытаться раскачивать. Тебе надо еще такой момент один уяснить вообще не с ним. За него, за кого? Понимаешь, он, ну, да, сейчас, в эту секунду он мне говорит одно умное, хорошее, доброе, а через минуту говорит, да я хотел, чтобы ты пришел, просто, чтобы ты пришел, просто этот крышу делать. Я говорю, Петр, ну я же знаю это, что зачем я тебе там просто заставить, знаешь, он хочет что-то, просто, ну это да. Извращенец, да, которому, да, нравится, да, что-нибудь сделать. И он, что самое интересное, он на протяжении сколько лет, он, ну, зуб не зуб, многие очень вещи касательно, вообще многие вещи, когда касательно попадают, разные люди приходят, очень много хороших показателей. Например, мероприятия, стрелки, выступалки, там, где приходят люди, которые по-настоящему меня люто от души ненавидят, но как бы по-родному в то же время считаются и боятся, вот там прям показатели. Любые действия касательно вот такого, знаешь, ну, они... Может, он сам признался, он вчера пришел, я, говорит, пятерку получил. Я говорю, ну, видишь, молодец, а ты волновался. Он кура счастливый, что-то рассказывает. Ну, видно, что вот он как бы хочет быть настоящим, в то же время всякого вот он боится за любой момент, потому что он совершил столько вещей, он просто вперся так очень много, ему это надо решать, он это думает, а думает, как это решать. Силы своего ума, который заточен на жадность и страх. Это замкнутый круг. Он не сможет найти решение, потому что ум всегда боится и всегда жаден. Все. Спросить у тебя, у меня, там, у кого-то еще. А, вы же непосредственно участники. А что, я сейчас буду вас спрашивать, а вы свою, типа, эту версию мне скажете. Нет, я хочу сам. А сам опять возвращаемся сам к тому, что ворот, да, заточен. База, да. Боится и жаден. Все. Как, даже вот с этим Сонькой ход, ну это надо приехать стать историей ее появления, этой Соньки. Ну, я не стал у нее ничего спрашивать, конечно, очень странно, очень глупо. Очень странно и очень глупо. Говоря нам за день до этого, что все, деньги на ремонт кончились, что он будет пользоваться раковиной на туалете. Жест такой опять сделать, да, сказать, я же вам это, у меня раковина на туалете, а я вам. А ты спросил, чтобы ее приносить? Причем прикол, прикинь, я когда зашел, увидел Соньку. Ну, сначала так, я не понял сначала, что, почему. А потом я уже раз смотрю, еще одна стоит, еще одна подключена. У меня сразу такая, знаешь, цепочка такая, я думаю, я неужели ее приобрел. Ну, добыл ее где? А за день до этого я на Авито лазю, автомобили, там, знаешь, короче, есть. Вот когда несколько дней подряд что-то лазишь, смотришь автомобили, там, технику всякую. Вот я смотрю автомобили, гидротехнику. И эти металлоконструкции уже просто вылазишь, он тебе автоматом кучу круг вот этого всего разноброса и выдает. Ты листаешь, просто уже смотришь. И тут я листаю, и он листал не сильно, пах, консоль Sony PlayStation 3. Да? Я еще такой думаю, нифига, думаю, нафиг он мне ее выдал, интересно. Такой, знаешь, я аж прям даже этот, ну, улыбнулся, такой, думаю, забавно. Ну и дальше, понял, пролистываю. Когда пришел, увидел, сразу вспомнил этот момент. Ну, Захарик искал, думал, не знаю, как переживал. Ну, поступок глупый. Ну, вообще глупый прям поступок.
даже сколько там, я не знаю, было потрачено. Конечно, он мог взять у знакомого, у родственника, у где-то, чтобы это провернуть, это действие. Это бы ему плюс за смекалку, но если он ее купил. Следующая остановка. Это очень глупо. Я прям сходу иду и говорю, Петр, что вообще? Так прикол, я это еще. Ну ладно, если он хотел, да, искупить. Это как вот про Единского. Помнишь, он телефон мне нашатнул в классе в 9-й школе. Зачем-то полез исправлять там что-то. Сломал, а потом Сувора его допекла, что говорит, в интернет. Он говорит, что ты не бываешь в Вайбере там или где-то. Телефон тормозит. Решил он починить его, перезагрузить. Этот телефон сломался из-за его перезагрузки. Он не стал загружаться. Как Сувора его допекла, говорит, добился, да, что теперь вообще я же скачу, ты не уходит в интернет. Он говорит, все, я куплю такой же, с такими же царапами, такой же. И вот так же Захарик, да, но купил бы четвертую, если ты хотел исправить. Если знаешь, что подарок. Так, он же знал, кому это подарок. Купил бы четвертую, понимаешь, ты как ждем к себе. Вот все, поведение, просто страх и вот этого. Жадность. Не дай бог, на одну царапинку меньше будет, да? Да вообще это же... Глупо. Опять это говорит, какой счастливой жизни он хочет построить этот люди, если, например, первый раз семью свою создавая и предавая, что на как, какой пример получает? Вот же пример. Одно дело там, ладно, семьи, отношения женщины еще, а когда он общается со своими друзьями, братьями в этой же компании, да, он мужской не проявляет вот так себя, как человек не всегда порядочный, то какой здесь? Кому-то можно по ушам проехать, особенно противоположный пол, там залечить, заговорить еще что-нибудь, там чисто вот из-за чувств таких расположенных, душевных. А когда со своими не получается общаться, однополчанами, то о чем мы говорим? Какая же тут новая, старая еще это. Пятики не разобраны, старые, не растасканы, не отмыты ничего. Ну посмотрим, я ему сказал, пусть готовится к барабанщику. Ему это по-любому произойдет. Я не стал ничего делать в среду, или когда там это было. Ну что, он сидел, что его... Это было бы глупо. Да. Это бы очень глупо было. Я уж так, и ты хорошо отвлек. И Захар, я думаю, он должен ценить это. Я ему это еще раз укажу, когда я подсел к нему, так побыл плакатком, и ты меня вопросом отвлек и увел. Ну, в смысле тоже тебе смотри, да, на этот порожняк там. Силы ничего нет. Нет, так. Я понимал, что ничего не будет. Опять же, по его вот этой вот движухе и реакции. Я сразу понял, думаю, нет, вообще каша какая-то. Но где-то, конечно, ты знаешь, я что думаю? Сейчас, если Захар что-нибудь ненужное еще в этот момент скажет, думаю, тогда да, тогда придется быстренько мне с турников спрыгнуть. Ну это ладно. А так, ну, понятно, ну, конечно, там все речь не могло быть. Он, знаешь, просто ляпнул это, а вдруг меня там это, ну, бьют. Я, знаешь, так на него слушаю и думаю, вот ты попался. Вот это ты просто сам попался. А второй момент сказал, да, гаражи, вот да. Второй. Он хотел хотел сказать про гаражи про это. И все, нету больше, ты понимаешь, нечего больше заменял. Я говорю, Петр, вспоминай, что я натворил, что я сделал, такого, что я оскорбил. И все. То, что я не появляюсь там, когда ему надо появиться. Но если бы, например, я бы появлялся бы там везде, где всем надо, как бы тогда вообще находились бы. Я, получается, был бы там, где кому надо, а там, где надо нам, и никого не было. А для того, чтобы было все это мы, мне приходится бывать не там, где мне нравится. И тем более, ему сказать такого, понимаешь, что вместо меня там мастера. Да нет, я хотел, чтобы был ты! Не нужны мастера. Так о чем это говорит? Ну о чем это говорит? Нездоровая, да, такая тема? Вот о чем. Ну просто вот представь, вот столько лет, это постоянно одно и то же. Ну хорошо, хоть он это не спорил, когда ему рассказывал про его прошлые вот эти движухи. Хорошо, хоть не успарил, но он так погрузился глубоко, он там проживал, видать, все дороги эти прошел, все увидел, все его эмоциональные, братские, вообще, ну, конечно, да, с его
ходами, которые он совершал до армии, потом не заметил, вернулся, как его напрягать сразу начали, как его вырвало из одного и другой мир, да, вот погрузил, конечно, это. Он такого не видел, он такого мог только по телевизору смотреть. Ну, ездил, машина была, ездил, ну, а куда деваться? Чем-то должен быть полезен, ну, ездил, потому что сам просился, никто не заставлял. А тем более, если видно, что страдает, если идем ужинать, да, чай попить на там 1000 рублей, если у него нет денег, то, конечно, он не оставляет же его там с сухарем сидеть. Вот. А это раз, два, три, 10, 100 раз случилось, а потом он говорит: серый братан, да вообще побег жизни должен, что такие вообще движухи. Все время. Я говорю: смотри, Петр, за язык никто не тянет. И это постоянно, когда эмоции, да, вот это, когда вот эта широта души, все. На, всегда, я говорю: Петр, ну это, наступит момент. А потом бах, наступает момент, и оказывается: да я хотел, чтобы тебя не сбили. Потому что если бы не сбили, сделали то, что договаривались, не всегда бы сломали, никогда бы не смог бы ты голову поднять и спросить, сказать: ну что, ты же. А я бы всегда, ну это с позиции, да, Захарь, конечно, я смотрю так: ну я же, а ты же. И все. А там реальный настрой такой был, что могли, ну как они рассказывали, что они вот сбивали людей и прям вот так вот снимали на видео и все, что ты будешь дергаться. Ну все. А потом дергайся, не дергайся, что совершили, и да, из-за неуважения. Вот так. Неуважаемые захотели так сделать. И он это знал. Не в таком, но плевка у того было бы достаточно. Не в таком, конечно, да. Он бы под это бы не подписался, под какую-то жесть. А про то, что там поваляют, успокоят. Знаешь, ну, конечно, вот его спроси, как бы: Петр, а что будет, расскажи. Потому что он стоял в таком этом, и потом просто шел, я говорю: что ты, Петр, сам не свой. Много всякого такого. Да, смешно. Да, там пришли же бойцы, кстати, разводили каталы с заводского района. Это предательство Мишанова учетку с маленького складывается. Но просто самое интересное, хочется верить, потому что когда на самом деле, да, вот чем русские всегда отличались? Вот именно широтой души, всегда проще, всегда. Прощение тотальное просто по голову. Ну а что делать? Ну, грубо скажем, натворил что-нибудь, исправил, и молодец, ну живи дальше. Там это всегда и отличалось. И оно в будущем-то, может, к этому и приведет, и к хорошему, и к плохому, никто не знает. Так вот загадывает. Вернее, все, все должно произойти. Но я почему особо не напрягаю никого, потому что, ну, понимание, да, было, и как мы сейчас пообщаемся все, и как, например, как бы раньше я напрягал, это вообще совершенно разные. Захарик это прекрасно помнит, он прекрасно понимает, что, да кого там выйти-ка на службу, вообще просто высунуть из окошка нос, потому что там будет стоять либо я, либо кто-то, вот так вот смотреть, и говорить: выходи. Выходи. Да, и он это понимает все, ну, почему не напрягает, потому что все-таки, вот это, наверное, внутренняя радость от того, что я нахожу возможность объяснить слова, не применяю крайнюю степень, вот, ну там, страданий причиняю, да, вот есть возможность объяснить слова, все-таки хотят договориться, потому что реально это намного интереснее и лучше. Потому что потратиться-то это хватает, а если не хватает, то можно идти нам. Ну, особо нет супер проблем. Ну, как подраться, опять же? Но надо с Петром и с Серегой, и со Стасянычем так же. Со Стасянычем прям вот вчера на тренировке прям выпрашивал. Ну, в хорошем, да, смысле, выпрашивал, все, прозвонился, пропотел там. Сердце так вот, такой весь это прокряхтел, вроде все. Артем тоже Вот про что не вспомнил все время. Такое странное. Артем тут пришел, тоже рассказал. Артему тебе надо напомнить, сказать Артему, что братан, что, ну, он понимал реально, занятие проходит, что каждое занятие обходит. Я бы даже узнал, я говорю: Артем, даже не 500. Ромыш Мурат не ездит, я ему привет привел, что парняк там не ездит, он живет в Солнышке, где там Шумрад, не помнишь? В Ленинском районе. Что-то да, Ленинский. Недалеко от этого. Ну ладно, 1000 рублей до нас дает стоит.
Я Артем, объясняю, Артем, ты если не веришь, ты посмотри по интернету, там как это все происходит. Мне если везет, мне за 300 рублей отвозят, если не очень везет, если другой человек раз, за 500, и то это ну, реально намного дешевле, чем просто поесть. Но уже с этим расстанут, ты ему напомнишь, там, что Коля, ты следишь за всей этой эпопеей, тем более он же тебе непосредственно обещал как-то повлиять на это, да, может быть, помогать да, с доездом. Просто это уже на данный момент за 100 тренировок сколько? Округляем. Даже ладно, не 500 не берем, а 300 рублей, ладно, там округляем. Хотя там не надо округлять. То есть уже. Ну он все, он вчера трубки от меня не берет. Вчера он сидел. Сегодня я ему звонил, и в итоге, в смысле, он, короче, выключил просто телефон. Потом вчера не сидел, он зашел до штаба, забрал 4 рубля вот эти вот вклад. Значит, скажешь, никто не хочет заниматься, да, не уходит, не надо за них деньги. Он говорит, Серый, начни с лета тренировать, но с 5 часов. Даже, может быть, хорошо получится наша идея, вот и с Сонками, со всеми, может быть, еще в плюс выйдете. Я говорю, дорого в плюсе. Ну, он такой, ну, получше будет ситуация. Говорю, Артем, вот на сегодняшний момент уже вот, полтинник, ну, вот тут торчишь, потому что была договоренность, что не надо нам денег за это, просто решай здоровье. Уже полтинник, 50 тысяч. В каком плюсе вообще не говорит? Я его спрашиваю, а ты в каком плюсе говоришь? Че, так много, да? Я говорю, ты что, считать не умеешь, что ли? Наша бы ты ему напомнил, сказать, Артем, братан, у нас согласие. Она, конечно, может сказать, да я не договаривался на это. Договаривался, ты сказал. И согласился, поэтому что. И надо в этот, в Атлетику заходить. Ему скажи, браток, чтобы нам спокойнее было, давай-ка введи в участники организации. Чтобы просто спокойнее, чтобы потом ты в хорошем или в плохом настроении возьмешь куда-нибудь там. Уйдешь и все. И все. И странно, странно. Все очень странно. Стасян тоже. Я с Артем пытаюсь дозвониться, ну как бы узнать. Он такой, а что, зачем тебе типа отсюда, говорит, с Капрона туда ездить? Я говорю, в смысле, с какого Капрона? Он такой, ну зачем тебе надо на дорогу? Ты же пешком ходишь. Я говорю, откуда, с Поливанов, что ли, тебе пешком? А что ты с Поливанов? Стасян говорит, ты вообще чем слушаешь? Я говорю, на протяжении сколько лет я туда ездил, да? Тоже говорю, что вообще не в теме. То есть он не понимает ничего. Их обещание, то, что они хотя бы информацию посмотрят, почитают, это пшик. Прикинь, вообще ничего. То есть они не смотрят. Нет, вообще. Я когда. Вот когда мы с барабанщиком играли, мне вот вообще на самом деле было стрёмно брать у него телефон, смотреть. Вот, все. Я верю. Просто сам должен был вообще просто сесть, сказать, парни, вот, смотрите, блин. Вот, смотрю вот это, блин, ну вот, вот это, бля, я когда просто начал листать телефон, я пролистываю, блин, вот все, что, сколько там, я несколько раз это пролистал, сколько там этих десятков, сотен видео, там ни одного, блядь, видео, если там вместе, какой-нибудь тренировки элементарной или еще что-то, потому что он смотрит другое. Я просто вот это, вот, просто, знаешь, смотрю, я думаю, блядь, где? Вот у меня вот этот момент вот, был в натуре желание прям вот, блядь, с ладошки в лобешнике. Прям так, потому что сначала я сел и вот так вот вместе со мной туда, знаешь, да, телефон да, смотрит, да, увидит, да. Ну, смотрит, на чем я сейчас остановлюсь, да. Блядь. А что внимание? Ну, я, знаешь, так вот смотрю и туда, и на него, и он так, да, блядь, думаю, вот прям подходящий, прям это, тух, вот так вот прям, тух. Блядь, ни одного не я в свое время с Уборовой прям телефоном по рыву, когда там они про меня говорили, это СГ. СГ, что с СГ будем делать? Я вот так вот, знаешь, читаю. Она тоже говорит, дай телефон. Так я беру, так бах, ты по башке. На дачу там Костян, я еще раз я помню, бах, да, по башке. С СГ, говорит, что делать будем. Вот такие вот, понимаешь, братья. Ну как без затрещин обойтись? Парни, к вам обращаемся. Как без затрещин обойтись? Как, я Серого спрашиваю, как Сидорову указываю, знаешь выражение бить? Ну да, слышал, ну опять врет, слышал там. Я говорю, что означает? Не знаю. Я говорю, ну что такое Сидорова коза? Не знаю. Просто он сразу замкнул себе. Я говорю, наверное, коза какого-нибудь Сидора. Ну да, наверное. Я говорю, коза Сидора, за что ее? Типа, Сидорова коза. За что? А не знаю. Я говорю, потому что она в огород чужой зашла и жрет, ну, придурок. Я говорю, вообще что не понимаешь? Что смысл вообще не понимаешь. Ну, есть, наверное, людям нравится просто, когда их унижают. Ну, жителям этой
земли. Уже мне реально нравились извращенцы. Как они там садисты, мазохисты, балдеют. Да, я смотрю, короче, когда видео, когда у нас из последних на березку он, видать, расчувствовался, как Захар все это смотрит, как Захар, кстати, сказал, да, жестко, говорит, вы серого. Не, говорит, жестко, говорит, вы серого, когда мы в зале были. Жестко. И сам ты вон, говорит, а раньше, знаешь, как жестко было, да, со мной. Да. Кровища, сопли, блядь, в перемешку разлетались. Да, но только там не только сопли, а там он и капался.